В Сургуте обсудили проект благоустройства экопарка за Саймой. Пересмотрели его наполнение, внесли коррективы. К примеру, количество передвижных торговых точек сократили до минимума. Они будут располагаться только у входов в парк. Урезали и велосипедные дорожки в целях сохранения лесного фонда. Сохранили бассейн, ботанический сад и оранжерею. Появится также новый вантовый мост, соединяющий полуостров Сургут с парком. Окончательный вариант подрядчик представит через месяц. Тогда же определят этапность реализации. Но говорить о начале работ можно будет только, когда поступят деньги из федерального бюджета. Напомню, этот объект стал лидером рейтингового голосования в прошлом году. Его реновация распланирована до 2023 года. Примерная стоимость около 800 миллионов рублей. Проект очень дорогостоящий. Основные затраты, конечно же, должны пойти на обустройство велосипедных пешеходных дорожек и коммуникаций. Вот. В настоящий момент таких денег в бюджете не запланировано, конечно. Также у нас и на следующий, и на 2021, и на 2022 год запланированы достаточно существенные суммы. На 2022 год это уже порядка 84 миллионов запланировано с бюджетов трех уровней.